Я снимаю сейчас кафетерий одной из клиник. Это детская клиника. Называется она Бульт в городе Ганновере. Вот в таком кафетерии собираются родственники, родители, которые навещают своего больного ребенка, племянника или соседского ребенка. И это удобно. Во всех больницах в Европе существуют такие кафетерии, где в плохую погоду люди могут зайти и посидеть в спокойной обстановке, пообщаться, навестить больного человека.